Здравствуйте, ребята, всем. И т.д. да и т.п. короче. Ну, давно не было у нас на такую тематику видоса. И я говорю, чтобы лицо не терять каналу, я не знаю, и т.д. и т.п. Ну, вы поняли, да? Давайте что-нибудь заснимем. Как раз сейчас пришло время, значит, в бутылочках готовить вино. Знаете, когда вот есть у меня заказы, да, сразу оно готовое стоит, как бы, ну, упаковывать только, и все. Скотч, мочь там и так далее, это уж потом. Короче говоря, ребята, полусладкое вино 2020 года. Вот, ему уже исполнилось 2 года. Вот так вот. 2 года исполнилось. Хочу, естественно, открыть, засветить туда, что и т.д. и т.п. короче. Как она и так далее. Значит, нехитрый баллон такой. Но я заметил, знаете что? Если я под этим делом, смотрите, вот сейчас... Вот смотрите, если я под этим делом, вот, сейчас покажу. У него, естественно, есть прокладка, ребята, смотрите внимательно. И чем она хороша, сейчас покажу. Когда до горла доливаем вино, у него здесь есть заэтосамованный такой, видите? Вот, она прям ложится на вино, лишнее вытекает оттуда и закручивается, естественно. Вот эта штука. Но я заметил, что вот эта, она, дубеет, короче. Не со временем, а он такой, не мягенький, в общем. И когда поднимешь, допустим, да, поднимешь его вот ручечкой, да, и с места на место, допустим, переносишь, да, оно дышит, то есть воздуха глотает. Знаете, да, когда его поднимешь, здесь тяжесть, она же за это самуется, ну, гравитация, короче, происходит же, да. И я что сейчас делаю? Что сейчас я делаю? Сначала кладу целлофан, одноразовые целлофанчики, на 2, на 3, на 4 части. Кладу его, вот здесь уплотняется целлофаном, закручиваю. И все, поняли, да, я о чем сейчас? То есть, нехитрый баллон, но, естественно, в наше время все делают так, чтобы что-то надо доработать. Скуливничать, за это самовать, короче, и колхозничать. Ну, колхоз – это наше дело. Вот такие вот пироги. Так, в кадре все хорошо видно. Вот так вот. И еще, ребята, хотел показать, как я домашние коньяки делаю, наливки, настойки всякие и т.д. и т.п. Естественно, ребята, времена настали, ну, не самые лучшие, если не сказать, не самые худшие, блин. Вот. Люди, естественно, стали все труднее как бы зарабатывать и т.д. и т.п. И я вместе с ними хочу сказать. Заказом, естественно, недоволен. Ну, что недоволен, блин? Доволен тем, что руки есть, ноги есть. И т.д. и т.п. короче. Есть чем заработать, что поживать там что-то и т.д. и т.п. Но когда бывают хорошие заказы, естественно, ребята, мои финансы поют романсы. Короче, ну что, сначала откроем вино, винцо. Вот его уже, считайте, 2 года никто не трогал. Стоял сам себе. Ну, чуть-чуть надо его хорошенько сейчас за это самовать и открыть хорошо. Ага, открылась. Чуть-чуть. Этот пошли. Казики-мазики. Вот смотрите, о чем я вам говорил, ребята.
Вот это вот тупо целлофан. Вот и прокладочка. Там валяется. Целлофан, естественно, мусорку. Пробочка помоется и т.д. и т.п. Ну что, глянем на двухгодовалое винцо. Как она себя. Ха-ха-ха, зеркало. Спишку я включил. Ну, зеркало, что? Вот что можно тут говорить, ребята? Зеркало. Шенге нацвали. Жалко, я не могу выпить, ребята. Ну, я до 20 января не пью. До 20 января не пью. Ну, что, вот это у нас наш домашний коньяк. Сколько тут? 41,16. Ну, да, для коньяка как раз. Вот, смотрите. Сейчас я покажу. Ну, переведу. Написано. Красный Тремали. Урожай 20-го года. Сам Тремали, значит. Так, в 21-м году, значит, делалось. Дуб плюс вишня. 23-04-21. Вот, посмотрим сейчас. Какого она цвета приблизительно. Видели, да? Вот как-то так, короче, как-то так. Вот это, естественно, рок. Ну и 20-х годов. Сейчас пройдемся такой. Кружочек сделаем. Так, что у нас тут написано? Так, с грузинская виагра, камень, аладастури. То есть из вина, винный камень туда и грузинская виагра. Грузинская виагра, сейчас нетрудно догадаться, ребята, что такое. Это чурчхела поломанная. Две штуки чурчхели там, ребята, лежат. Поняли, да? Вот, смотрите, вот грецкий орех. И насыпано сверху этот камень винный. Так, это у нас чача плюс райские яблоки. Вот они. Так, здесь у нас так, сливовица 61 градусов и дуб 20-й год. Вот он такой вот. Сейчас давайте-ка посмотрим. Его именно мне интересно. Какой он на... Эх, не уронить бы его. Блин, что он застрявший, что ли? Вот, блин. Видите, да? Кубики такие. Кубики такие. Ну, открывать я не стану, ребята. Открывать я не стану. Так, слива 2. Значит, со второго перегона. 20-й год, пожалуйста. Вот это уже, я не знаю, я вам скажу, ра. Лучше для себя, лучше всяких коньяков, ра. Это стружка. Где-то что-то тут стружит этот, как его. Наверху, скорее всего, этот стружит. Ну, знаете, да, кто стружку такую делает? Вот так вот. Здесь у меня что? Там много всякого всего. Если кто-то помнит, ребята, это у нас, вот смотрите на дальняк, видите, да, вот в банках. Не знаю, сейчас камера как фиксирует. Значит, с дикого винограда вино, значит, отжали. Вернее, подавили виноград. Кистья потом пустые взяли оттуда. Они покрашены в вине, так сказать. Сушим его. Сушим. И потом настаиваем на него самогон. Так, что-то тут у меня написано. Так, 17, 12, 20. А, ну там еще написано за мир во всем мире, естественно. Ну что, ребята, сейчас я делами займусь. Что у меня еще тут? Так, коньячный спирт. Второй, то есть этот. Двухгонный. И лоза тут. Дикая лоза.
Там тоже 20-й год, ребята. На пшенице чисто. Там у нас что? Вишня, конечный спирт. 02, 12, 20. Здесь у нас что? Такс. Ага. Это у нас, то есть, второго выхода. Крепкий и тыква. Тыква, вот на тыквочке. Ну, вот такие пироги, короче. Вот такие вот пироги. Разные все, я не знаю, вкусняшки и т.д. и т.п. Ну что, я не знаю, давайте откроем, что ли. Давайте откроем, глянем что-то. Фиг я открою, блин, так. Фиг я так открою, сейчас. Вот так положим, поставим чуть-чуть. И все-таки откроем. Двумя руками надо. Переставим, чтобы не бабахнуть. Давайте открывайся. Так, сейчас надо его так открыть, чтобы это не засыпалось туда. Ничего не засыпалось. Ну-ка. Посмотрим. Что у нас там? А вот у нас там что, ребята? А вот у нас там что? Ну-ка. Ну, не знаю, блин. Пахнет вкусно. Вкусно пахнет, не знаю. Вот так он и пахнет, блин. Но, я вам скажу, было полное. И чуть-чуть она не полная стала. Не знаю, почему, зачем. Вот такие вот пироги, короче. Ну что, сейчас накроем его обратно. Естественно. Сначала это достану. Аккуратно. Он потный, вот. Потненький. Так. Надо стряхнуть. Двинься. Вот этот я сейчас поближе покажу тоже. Что я вам рассказывал? Вот смотрите, если там что-нибудь будет видно. Вот. Видели? Вот такой у нас. 20-й год был у нас богатым. Полный был фантазиями. И т.д. и т.п. короче. Так, ну перепонки тут. Щипа. Короче, в 20-м году все это делалось. В 20-м году. И, естественно, ребята, все образцы я беру, чтобы они у меня тоже оставались, как бы. Вот, допустим, тот. Вот. Урожай 20-го года. Щипа дуба. Вышня. Видели, да? Вот такой прикольный цвет у него. Так, что у нас еще тут есть? Так, слива, мед, перец. Вот такой образец у меня тоже, естественно, есть. Там много разного всего, блин. Сейчас это посмотрим. Вот, образец интересненький. А тут самое главное. Я офигею, блин. Поняли, да, ребята? Ну, образцы тут, короче.
Это что у нас образец? Мед, яблоки, чача. Вот так вот. Короче, ну все, ребятушки, мне задело. Чисто, ребята, снял видос, чтобы не было скучно. И т.д. и т.п. Сильно, чтобы не было скучно. А то, естественно, скучновато, блин. Пока все не утихомирится, ребята. И не устаканится, естественно. Будет вот такая вот штука. А ну-ка это посмотрим. Да, цвет напитка. Именно, да. Угадали, цвет напитка. Ну, открою сейчас маленький секрет вам. Ребята, значит, вот это все я делал, естественно, 5-литровых, в 10-литровых. Но потом, когда я сливал я все это, да, ребята, естественно, с... Вот смотрите. С этого дела, видите, да, что осталось? Тут я сейчас, я не знаю, перечислю или нет. Мороженый виноград, айва, яблоки, как его, чернослив, не знаю, сказал, не сказал. Фейхуа, блин. Поняли, да, ребята? Вот фейхуа, вот. Короче, груши, ну все, все, что было, ну, на свете. И я все это, ребят, потом взял и в 20-литровый все вместе, понимаете? И получилось в конце какой-то букет. Поняли, да? Я, естественно, это дело называю наливкой. Ну, это наливка. Вот. И получилось, приблизительно сейчас я покажу. Приблизительно получилось вот такие штучки. Вот, ребята, вот. Видели? Вот так вот. Ребят. Ну что, ребятушки, мне сейчас задело. 20-литровую надо этот распределить по 2,5-литровых. И т.д. и т.п. Ну что, в завершение я вам скажу, ребята. Естественно, миру мир. Быть добру. Побыстрее бы, чтобы все закончилось плохое, то, что происходит на сегодняшний день. Я вам скажу, ребята, ну, объяснять, естественно, и углубляться не буду. Все прекрасно все знают и без меня. Ну, чтобы побыстрее, короче. Ну, не знаю. А напоследок я скажу, ребята, ну, что, чтобы мои финансы пели романсы, ну... Поняли, да? Ну давайте все, пока-пока, короче. И т.д. и т.п. Всем добра, ребята. А мне задело. Заказываем, не стесняемся.